Захожу я, значит, в директ с утра почитать, что мне пишут по поводу моих сторисов, а пишут мне только по поводу развода Ромы и Марины, прям весь директ завален в этом, что я думаю по поводу того, этого. Короче, я сейчас отдельно скажу по поводу Ромы и Марины и их развода. Я ребят знаю в жизни, вы их только знаете в Инстаграме, и зная их в жизни, я могу прям от души сказать то, что я за них рад. То, что вот так вот произошло, они разошлись, я отдельно за них рад, потому что и Марина сейчас понимает, о чем я говорю, и Рома понимает, о чем я говорю. Ну, далеко не все было гладко и идеально последний год, и это не то, что а-ля там над чем можно поработать. Мое мнение то, что это просто пришел конец. Пришел конец, потому что, ну, ребята потеряли вот этот вайб, потеряли общение, потеряли какой-то интерес друг к другу. Ну, короче, у них есть уважение, это родные, безусловно, люди, да, друг к другу, но... Ну, быть вместе только потому, что вы были вместе 6 лет, это... В целом, конечно, жалко, что вот так вот произошло. Там и я, и Ира, и все наши друзья переживают за них, потому что как ни крутите, как бы, да, там, привыкли вместе отдыхать, привыкли к их паре, да, то, что вот так вот произошло, это как бы, ну, не есть хорошо. Но быть вместе только потому, что у тебя за спиной там 6 лет, там, 8 лет, там, я не знаю, быть вместе только потому, что у тебя ребенок, да, связывает... Я считаю, что так не должно быть. Нужно быть вместе только по любви, только в том случае, если ты счастлив с человеком. Если этого нету, ну что себя мучить? У нас одна жизнь.